то сегодня подарю зелье любви своей девушке с Даркнета. Главное, распробуй его. Эй, Вероника, что ты делаешь? Чего, успокойся? Это не смешно. Нет, пожалуйста, слезь меня. Так, попробуй. Нет, Вероника, пожалуйста, успокойся, я тебя прошу. Ты уверен? Чё творим, бро? Меня зовут Зак Геонис. И просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь, бро, ты же знаешь, в период времени Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Самую сильную банду на ютубе. И, бро, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что сегодня подалю зелье любви своей девушки с Даркнета. Уже ранее банда, аж почти целый год назад, я уже подливал это зелье своей подруге Насте. И то, что с ней происходило, это просто жесть. Она чуть ли меня не убила. Хорошо, что вовремя одумалась и остановилась. Тем не менее, просто самое забавное то, что Настя моя подруга. И она уже сошла с ума, когда выпила это зелье. А Вероника уже моя девушка. И она уже меня безумно влюблена. Только представьте, что будет с ней, когда она выпьет это зелье. Она реально окончательно сойдет с ума. Тем не менее, бро, Вероника сейчас не у меня дома. Я должен еще ей позвонить и пригласить ее. Под предлогом, что это будет свидание, чтобы она точно пришла. Я очень надеюсь, что в 3 часа ночи она еще не будет спать. Потому что, как мы знаем, банда, все зелья работают только в 3 часа ночи. После того, как она придет ко мне домой, я подалю ей это зелье в чай или в воду и предложу выпить. Думаю, она не откажется выпить чай. Особенно, если скажу, что это свидание. Надеюсь, банда, что все сработает и она не сойдет с ума. А то она и без всяких зелий очень странная. Тем временем, бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, я подалю зелье любви Веронике и моей подруге Насте. Просто представьте, что тогда будет. Именно поэтому, бандида, пускай они нажмут царский лайк. И за 10 тысяч лайков я реально подалю им обоим зелья. И, бро, также подписывайся на мой инстаграм, где выходят очень крутые фотографии, которые я уверен, что тебе 100% понравится. А также, бро, в своем инстаграме я переписываюсь с вами, Суприм банда. Именно поэтому ссылка в описании, бро, пиши мне в директ, и я обязательно именно с тобой пообщаюсь. А тем временем, бро, мы идем 3 часа ночи, набираем Веронику. Погнали, бро! Окей, Суприм банда, надеюсь, вы готовы, потому что на часах уже 3 часа ночи, то самое мистическое время. Видимо, но в это время и работает зелье из Даркнета. И тем временем, бро, давайте теперь попробуем позвонить Веронике. Я очень надеюсь, что она еще не спит. Окей, банда, я уже набираю Веронику. Я очень надеюсь, что она возьмет трубку, потому что на часах сейчас реально 3 часа ночи. Давай же, Вероника, пожалуйста, возьми трубку, надеюсь, ты не спишь. Господи, я очень волнуюсь, банда, хоть бы она еще приехала. Может, давай, привет. Привет, Сережа. Привет, Вероника, как твои дела? Все хорошо, а у тебя как? У меня тоже все хорошо. Слушай, может быть, ты сегодня приедешь ко мне? Да, конечно, смогу. О, это очень хорошо, Вероника. Когда у тебя получится? А когда тебе нужно? Ну, не знаю, когда у тебя получится, тогда я приезжаю, я буду рад любое время. Ну, хорошо, а мы сегодня не будем снимать видео? Нет, мы просто попьем чай, поговорим. У нас будет романтический ужин. Я бы так это не назвал, но приезжай, попьем чай. Эй? Да, хорошо. О, Вероника, это отлично. Когда приедешь? Я сейчас же буду собираться. О, отлично, давай, я буду тебя ждать. Да, хорошо, Сереж, я очень соскучилась. Я тоже очень соскучился. Давай, жду тебя, пока. Да, давай, пока-пока. О, господи, банда, вы это видели? Вероника реально согласилась приехать, это просто жесть. Неужели мы сегодня реально и подарим это зелье любви? И посмотрим, что с ней когда будет. Это Вероника? Как так, банда? Мы же только что с ней разговаривали, она уже здесь. Я вам говорю, что она очень странная. Окей, кто там? Господи, банда, я очень волнуюсь. О, это Вероника, банда. Давайте быстрее впустим. Эй. Привет. Привет, Вероника. Как ты так быстро пришла? Я же только что с тобой разговаривал. Я просто очень соскучилась. О, я верю тебе, это жесть. Я не ожидал, что так быстро придешь. Давай, ты можешь разуваться и переходить в комнату. Да, спасибо. Ты же говорил, мы не будем снимать видео. О, я не снимаю видео, это не мистическое видео. Я просто упустил камеру и проверяли, она работает. А, хорошо. Окей, тогда проходи. Господи, это просто жесть, банда. Вероника, ты что-то будешь? Давай чай. Окей, тогда я сделаю тебе чай. Окей, Вероника, расскажи, что делала сегодня дома? Да так ничего, убиралась. О, отлично, а как доехала? Тоже хорошо. Что ж, это очень хорошо. Не было пробок? Нет, вроде не было. О, окей, я приготовил тебе чай. Он может быть немного специфичным вкусом. Ну, ничего, хорошо. Окей, Вероника, это чай мне привезли друзья с другой стороны. Они говорят, что там есть какой-то запретный плод, и именно из-за этого вкус может быть очень специфичным. Окей, держи. О, спасибо. Да, конечно, я рад. О, он так странно пахнет. Да, я с тобой согласен, и вкус там может быть очень специфичным, поэтому не пугайся, когда будешь пить. Ну, хорошо, спасибо. Ну, так, может, выпей его уже? Отвернись, пожалуйста. Зачем? Ну, я сниму маску. А, да, конечно, прости, как я мог вообще забыть? О, господи, конечно, снимай маску, выпей. Главное, распробуй его. Господи, Вероника.
И как тебе? Он какой-то невкусный. Извини, но я не хочу его пить. Забери. А, конечно, я все понимаю. Ты уже и так нормально выпила. Господи, Вероника, ты выпила прям нормально. Окей, как ты себя чувствуешь? Это хорошо, так ладно, я положу камеру. Окей, Вероника, я согласен, чай реально очень странный. Больше мы не будем его пить, если он тебе не нравится. Что-то мне плохо, Серёж. В смысле, Вероника? Стой, Вероника, что с тобой? Стой, Вероника, что случилось? Господи, Супримбанда, что происходит? Эй, Вероника, ты как там? Эй, Вероника! О, господи, Банда, вы это слышите? Просто жесть, она просто блюет от этого зелья! Что не так? Это же было то самое зелье, что в прошлый раз покупал того же самого продавца! Эй, Вероника, что случилось? Господи, почему ты блевала? Это просто жесть! Что это красный, Вероника? Это что, кровь? Я не знаю, что это! Господи, это просто жесть! Это очень похоже на зелье, Банда. Черт, Вероника, непонятно, почему ты блевала. Возможно, это из-за этого чая. Теперь очень плохо, Сереж. Ой, я верю тебе, Вероника, это реально жесть. Господи, это просто жесть, мне просто в это не верится. Ты только выпила этот чай, тебя сразу же потянуло блевать. Такого не могло произойти. Раньше никто не блевал этого чая. Окей, тем не менее, я оставлю камеру где-то здесь. Окей, Вероника, что ж, мы, в принципе, можем продолжить наше так званое свидание. Больше мы эту чай не будем пить. Да, хорошо. Можем, в принципе, почитать новости. Да. Окей, отлично. Господи, что? Зачем? О чем ты вообще? Ты раньше никогда такого не говорила. И очень милый сегодня. Господи, перестань, пожалуйста, ты меня очень сильно пугаешь. Хорошо, я не буду. Особенно, что я тебя знаю, что ты можешь сделать, ты меня сейчас реально очень сильно пугаешь. Извини. Вероника, стой, что ты делаешь? Такие руки. Зачем, Вероника, что с тобой? Я не знаю, просто мне хочется... Перестань, стоп, хватит. Это заходит слишком далеко, что с тобой? Извини, просто... Что? Вероника, успокойся, ты раньше такого никогда не говорила. Я даже не думал, что ты знаешь такие слова. Что ты делаешь, Вероника? Черт, перестань. Эй, успокойся, ты заходишь слишком далеко. Ты раньше никогда такого не делала, ты только быстро бросалась на меня обниматься. Ну да. Господи, успокойся, черт, что с тобой не так? Пожалуйста, перестань это делать. Извини. Что ты делаешь? Просто села. Значит, что ты так можешь просто сесть, это очень опасно. Делаешь. Ничего, просто мне так уже неудобно было. Окей, ладно, хорошо, успокойся. Что ты хочешь, Вероника? Нет, ты что? Успокойся, это не смешно. Извини. Господи, это просто жесть. С тобой точно все хорошо? Да, все хорошо. Мне кажется, что у тебя что-то явно случилось. Нет, все отлично. Что ты делаешь? Успокойся. Зачем все это, Вероника? Зачем? А тебе же нравится. Нет. Да. Это слишком странно, Вероника, пусти мою руку. Господи, это жесть. Ты такой милый! Успокойся, пожалуйста, это не смешно! Господи, что с тобой не так? Разве я тебе не нравлюсь? Нет. Мы с тобой едва знакомы, я не могу такого говорить. Я тебя люблю! Господи, успокойся, пожалуйста, перестань меня обнимать, это не смешно! Извини. Господи, фу, что с тобой не так? Может быть, тебе вызвать такси? Может быть, ты уже хочешь домой? Нет, нет, я не хочу. Тогда веди себя нормально, потому что... Успокойся! Или со свидание быстро закончится, ты поедешь домой. Хорошо. Больше не буду. Посмотри мне в глаза. А? Посмотри. Что? Ой, успокойся, Вероника. Извини. Извиняю, ты уже 15-й раз за сегодня просишь это. Держи себя в руках, пожалуйста, Вероника. Или же прямо сейчас вызову такси. Это не смешно. Свидание очень быстро закончится. Успокойся, пожалуйста. Ладно, все, извини. Да что ты делаешь, Вероника, черт. Это не смешно, мы слишком рано начинаем. Мы слишком с тобой мало знакомы. Не дожди это делать. Господи, пожалуйста, успокойся, иначе я вызову такси. Эй, Вероника, что ты делаешь? Черт, успокойся! Это не смешно! Окей, это камера, я не просто так ее сюда поставил, это все пранк! Пожалуйста, успокойся! Господи, Банда, вы это видите, все просто выходит из-под контроля! Такого явно не должно быть! То же самое было с Настей, я больше не хочу это проверять! Теперь ты всегда будешь мой, и мы навсегда будем вместе! Больше ты не будешь смотреть ни на каких девушек! Ты всегда будешь со мной, а не с Настей. Мы навсегда будем вместе. Ты будешь только мой. Сереженька, теперь мы будем с тобой всегда вместе. Великолепно.
только ты и я. И больше у нас никого не будет. И не будет никаких Насть и никаких девушек. Сереженька, перестань, не переживай. Все будет хорошо. Мы с тобой будем как семья. Мы будем вместе всегда-всегда. Что такое? Вероника, прости меня, пожалуйста. На самом деле ты меня не любишь, это все зелье из Даркнета. Я подлил его тебе в чай. Ну, перестань, не выдумывай. Ты меня любишь, и я тебя люблю. Я тебя не люблю, Вероника, ты меня не любишь. Это все зелье из Даркнета, зелье любви. Я реально тебе подлил чай, иначе почему ты думаешь, почему чай был такой горький, там было зелье? Ты такой милый. О чем ты вообще? Ты сама видела видео, как я подливал Насте зелье. Ты видела, что здесь происходило, с тобой же то же самое. Нет, я тебе не верю. Я знаю, что ты меня любишь, и я тебя люблю. И у нас будет семья, мы будем всегда вместе, у нас будет собака. Нет, Вероника, у нас не будет ни семьи, ни собак. Это все зелье Даркнета. В 4 утра все перестанет действовать. Ты перестанешь меня любить, пожалуйста, успокойся. Все, перестань, не переживай, все будет хорошо. О, Господи, Вероника, пожалуйста, перестань. 4 утра ты перестанешь меня любить, и все. Нет, перестань. Господи, что ты делаешь, Вероника, нет. Ну, перестань, не крутись, поцелуй меня. Нет, я не буду тебя целовать, Вероника. Поцелуй. Нет, пожалуйста, слезь с меня. Вот так. Господи, нет, Вероника, пожалуйста, успокойся, я тебя прошу. Ты уверен? Да, на все 100%, пожалуйста. Поцелуй. Нет. Отпусти меня. Господи, Вероника, это все было зелье. Оно сзади тебя, вон оно стоит, посмотри. Господи, Вероника, вот это зелье. Ты его видела, оно полностью красное, это зелье любви. Я подливал его Насте, ты же видела это видео. Нет, не видела. Ты врешь, ты видела это видео, Вероника, ты сама мне об этом рассказывала. Ты любишь меня. Нет, Вероника, я тебя не люблю, и ты меня не любишь, это все зелье. Я тебя люблю. О, Господи, нет. Черт! Ребята, Вероника реально сошла с ума! Господи, Вероника, что ты здесь делаешь? Или ты сейчас же в меня влюбишься, или я тебя убью прям тут! Ты знаешь, я с Даркнета, у меня не все хорошо с головой! О, Господи, я верю, Вероника, пожалуйста, успокойся! О, черт, а зачем ты это сделала? Пожалуйста, успокойся, Вероника, это не смешно! Это все зелье с Даркнета, ты сама это прекрасно знаешь! Ты любишь меня? Нет, Вероника, ты тоже меня не любишь, пожалуйста! Уйди, Вероника, это не смешно! Поцелуй! Нет, я не буду тебя целовать, пожалуйста, поцелуй. Убери нож! Вероника, это не смешно, в 4 утра все пропадет! Убери, пожалуйста, нож! Поцелуй! Господи, нет, Вероника, пожалуйста, нет! Ты делаешь большую ошибку! Господи, пожалуйста, убери ну нож, давай, Вероника! Ну давай же, поцелуй! Нет, Вероника, я не буду тебя целовать, отпусти меня! О, Господи, что это такое? Господи, Господи, ты на меня только что набросилась с ножом! Это просто жесть, ты меня чуть ли не убила, Вероника! Я подлил тебе зелье любви! Ты подлил мне зелье? Да, прости меня, пожалуйста, я знаю, это была моя ошибка! Господи, так раз, что ты наконец-то успокоилась! Ты меня реально чуть ли не убила этим ножом! Тем не менее, про вы помните, 10 тысяч лайков, я сделаю то, что я вам говорил! Просто при Веронике не буду этого говорить! Так что вы не допускайся, не жми свой царский лайк! А также про вот комменты за прошлое видео! Господи, вглядь, какие они шикарные! И делай комментарии! А про если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже! Нажми свой лайк, колокольчик и все, протяжим на видео, лайк, комменты на видео, бандит! Меня пропомни одно! Оставайся таким шикарным! Пока!